Новые меры господдержки для сельского хозяйства могут в ближайшем будущем заработать на Ставрополье. Этой новостью поделились сегодня парламентарии на еженедельной планерке Краевой Думы. Депутаты предлагают внести поправки в действующий региональный закон, точнее, дополнить документ, включив в него новые направления. Средства на их обеспечение хотят выделить из краевой казны. Они касаются возмещения части затрат на производство специй, пряно-ароматических и лекарственных культур, а также возмещения части затрат на дополнительное профессиональное образование кадров для сельского хозяйства. Данный проект закона мы планируем подготовить к рассмотрению на мартовском заседании Думы. А еще на Ставрополье стартует пора субботников. Первый экологический десант высадится в краевом центре уже 11 марта. Помимо этого, в рамках года экологии в крае запланировано около 76 мероприятий, в том числе высадки деревьев, восстановление аллей Победы, возобновление школьных лесничеств, противопожарные мероприятия. Кроме того, депутаты призвали обратить внимание на состояние дорог, особенно в краевом центре. Как прозвучало, город застраивают новыми микрорайонами, а транспортной инфраструктуры не создают. Комитетом выехать и посмотреть. Я хотел бы, чтобы у нас как-то сбалансирование получилось. То есть вот те обращения жителей к нам и та программа благоустройства по городу, она большая на 2017 год, то, что планируется, чтобы мы как-то смогли вникнуть и скорректировать.